Друзья, всем добрый день. Очень рад, в первую очередь, каждого из вас видеть и лично встречать на территории курорта. Действительно, Вадим Александрович, курорт уже стал мини-городом. Кто-то говорит, давайте станьте городом. По примеру сочинских коллег. Вот мы все-таки хотим развивать все, что вокруг нас происходит и движется. И сегодня форум, который мы проводим, он в том числе наш вызов индустрии, наш запрос к индустрии, что нам всем нужно сделать, чтобы сезон был крутым, безукоризненным и самым лучшим. И, видите, мы подготовили специальную озвучку форума, натуральную, чтобы вот все вот действительно прониклись душой той атмосферой, которая нас всех окружает перед этим сезоном, потому что ровно такие ощущения у каждого гостя.